Знаете, мне очень часто говорят, что вот твоя мотивация – это херня. Вот твоя мотивация, она длится недолго. Друзья, свежесть после душа тоже длится недолго. Об этих вещах нужно заботиться ежедневно. Вы чистите зубы по несколько раз в день. Так же и с мотивацией. Ежедневно нужно себя мотивировать. Я вам уже об этом говорил, как никогда не перегорать. Вам нужно быть самомотивирующимся человеком. Если вы все время будете себя заряжать, вы никогда не перегорите. Если телефон будет все время стоять на зарядке, он никогда не разрядится. Все так просто. И для этого не нужны какие-то сверхусилия, какие-то техники. Я просто каждый день читаю статью по мотивации. Я каждый день читаю полезную книгу. Я каждый день смотрю полезные видео. Я готовлю видео для вас, понимаете? Я этим всем ежедневно живу. Как я могу перегореть? Друзья, просто полюбите это. Мотивация – это же хорошо. Я этим живу, и все. Это же так просто. Почему вы любите все плохое, а хорошее не любите? Полюбите мотивацию. У вас вообще два пути. Вы либо живете мотивацией, либо живете в депрессии. Все. Третьего не дано. Вы либо растете, либо деградируете. Так устроен человек. А знаете почему? Потому что жизнь идет вперед. И вот если вы стоите на месте, вы идете вниз. Потому что жизнь идет-то вперед. На месте нельзя стоять. Либо мотивация, либо деградация и депрессуха. Выбирайте сами. Ну почему бы не выбрать мотивацию? Я взял и выбрал. Это оказалось так классно. Почему я раньше не сделал такой выбор? Запомните, мотивация – это самое главное на пути к успеху. Самое главное. Кто-то скажет, нет, мотивация – херня. Действие – вот что самое главное. Ребята, вы не будете действовать, если у вас не будет мотивации. Сначала мотивация, потом идут действия. Правильная мотивация, правильные действия. Если вы не замотивированы, вам ничего не хочется. Вот у вас нет мотивации, у вас апатия. Вам хочется залипать в телефоне, но мотивации нет никакой. Вам хочется смотреть сериалы. Только у вас появляется мотивация, вы начинаете действовать. Мотивация – это корень. Конечно же, потом идут действия, и действия приводят к результату. Но вначале мотивация. От мотивации все только самое лучшее. От мотивации я получаю хорошее настроение. Я вечно в приподнятом настроении, я вечно в таком движении. Мне вечно хочется что-то делать. Я вот не могу сидеть на месте. И мне это нравится. Понимаете, мне это нравится. В этом и есть жизнь. Постоянная мотивация – это и есть жизнь. То есть тебе нравится находиться в таком состоянии. И пускай мне говорят, что, блин, ты уже свихнулся со своей мотивацией. Ты со своей мотивацией уже сошел с ума. Друзья, а вообще можно сойти с ума от мотивации? Вы когда-нибудь слышали в новостях, чтобы человека забрали в больницу из-за мотивации? Вот диагноз. Сильнейшая мотивация. Срыв из-за мотивации. Нет. Но человек с легкостью попадает в больницу из-за нервного срыва, из-за депрессии, он режет вены. Такое сплошь и рядом. А вот из-за мотивации еще никто не пострадал. Понимаете, поэтому я буду выбирать всегда мотивацию. Пусть лучше меня заберут в больницу с диагнозом переизбыток мотивации, переизбыток счастья, чем с каким-то там нервным срывом. Выбирайте. Выбор за вами. Понимаете, люди не страдают из-за счастья, да? Они не говорят, вот я настолько счастлив, ну хватит уже, ну уже просто не выдерживаю, я так счастлив, хочу уже чуть-чуть пострадать, ну не могу просто, меня вот счастье это просто переполняет, дайте мне какие-то таблетки. Нет, таких таблеток нет, таких диагнозов нет, но зато люди в подавленном состоянии, все плохо, они всегда страдают, они придумывают себе проблемы, это сплошь и рядом, понимаете? Так почему бы просто не выбрать другой путь? Я выбрал такой путь. В один прекрасный момент я себе сказал, я хочу жить по-другому. Меня вот прошлая жизнь не устраивает. Я посмотрел, как живут окружающие. Ничего хорошего в этом я не увидел. А почему бы не пожить по-другому? Я же не знаю, как это. Но я знаю, как вот жить в дерьме. Поэтому я буду жить по-другому. Все, с меня хватит, я себе сказал. И я никому ничего не навязываю. Я просто показываю. Как я живу? Я показываю свой путь, а выбор только за вами. Вам выбирать. Либо быть несчастными, либо быть счастливыми. Вы просто делаете выбор.
Вот, я выбираю это, и все. Достаточно просто сделать выбор в эту пользу, и все. Никаких усилий не надо. Просто выбираете и берете это, и все. Делайте, делайте, делайте. Занимайтесь только позитивом, выбрасывайте весь негатив. Все, все просто. Не нужно каких-то усилий вот серьезных, не нужно. Просто позитив взяли, негатив выбросили. Вот и все. И вот я просто кайфую от такой жизни, и пускай меня считают сумасшедшим. Когда я выбрал этот путь, я начал замечать то, чего я раньше не замечал. Я начал по-другому ценить все. Я начал видеть все самое прекрасное в тех вещах, где, казалось бы, нельзя там ничего хорошего увидеть. Я начал это замечать. Когда ты это все замечаешь, оказывается, вау, какая все-таки у нас шикарная жизнь. На этом все, друзья. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Еще больше мотивации у меня в Инстаграме. Еще больше мотивации у меня в ТикТоке. Подписывайтесь, все ссылки в описании. Еще больше мотивации у меня на канале по мотивации. Все мои проекты – это мотивационные проекты. Это полезные проекты. Вот мой стиль жизни. Подписывайтесь, все ссылки в описании. Если понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Желаю вам страдать от повышенной мотивации, от повышенного счастья. Всем пока!